Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем играть в модификацию DayZ для армы. Поздоровайся. Всем привет. Мы в предыдущей серии закончили на том, что вылетели около этой башни. И, кстати говоря, вот оттуда справа, по-моему, к нам кто-то идет. Или слева. Я кого-то да. слышу. Давай, вон он идет, уходим. Туда, куда хотели. В этой серии мы выдвинемся к старому собору. Я не могу гарантировать, что мы до него сегодня дойдем, потому что дорога не самая близкая. Но, по крайней мере, мы двинем в том направлении. У нас есть GPS-навигатор, который я, кстати, должен сейчас включить. Это делается нажатием связки клавиш правый Ctrl и M. Хорошо. Так, все вроде тут спокойно. Ну все, он потерял нас из виду. Мы находимся в квадрате да. 3794. Старый собор находится в квадрате 6275. В принципе, мы сейчас в ту сторону идем. Да. Да. Как-то нам вот так нужно идти. В эту сторону. Но важно не нарваться на зомби, который тут оставил. Хардкорный. Да, беда третьего лица нет. Поэтому, если кого-нибудь из нас опять порвут, то вам придется опять на эту тряску и чернобелицу смотреть. Что ничего не поделаешь. Но с другой стороны, да. Эффект присутствия так, конечно, круче. Так. Ну вот нам по этой дорожке надо, наверное, идти. Нет, а потом куда-то налево сворачивать. Зачем нам, нет? Зачем нам дороги? По крайней мере... Нет, в смысле, я по направлению этой дороги будем идти. Ну, возможно. Так. По самой дороге. Блин. Нам, короче, дофига сейчас нужно еще довернуть где-то градусов вот так. И вот в этом направлении идти. Вот так как-то. По дороге нам попадется деревенька с церквушкой. Можно туда зайти, если нам что-нибудь нужно. Тебе что-нибудь там нужно? Я думаю, лучше к старому собору идти нам, потому что сейчас все, что нужно, это оружие. Да. В принципе, нам и оружие не нужно. У нас оружие хорошее, но... У меня 7 обоим. Да. Просто хочется чего-то такого. Для Ленфилда. Крутого там. Какой-нибудь калашников или М16, М4, то есть... Что-то эдакое, короче. Так, я бы и от СВД не отказался. Ну, так-то да. Только ты из нее шарахнешь, тебе вообще со всей карты прибегут. У меня фляжка пустая с водой. И есть одна фляжка с водой. В рюкзаке у меня еще жратва. Да фигня всякая, короче. Короче, у меня одна фляжка с водой. У меня одна банка с газировкой и две пустых фляжки. Так что нам надо где-то воды набрать. Ну сейчас в деревеньку, может, войдем, да там с колонки наберем, если там не так много зомби. Как раз научишься зомби. Если делать. Есть, то да. А я уже, кстати, делал. Блин. Ты что-то в горло попало. Так, и мы выходим. Вот, я уже набирал воду из колонки. Сейчас у кого-то будет бугурт по поводу того, что админы пишут «Only English, on chat, please». Хотя это, конечно, да. Все объяснимо, потому что, блин, там даже... Вот церквушка, про которую ты говорил. Тут вышка есть. Видишь вышку? И вроде бы около нее никого да. нет. Так, кто из нас будет пушечным мясом сегодня? Давай я пока. Так, ладно, я тебя крою тут. Короче, даже на официальном форуме, то есть на сайте DayZ, на официальном форуме создали тему по поводу возмущения. Братка, М4А3 ССО. Молодца, тебе везет сегодня. Иди-ка сюда. Круто. Так, мне что, подниматься нет, или ты там сам свалишь? С одной обоймой. Ну, прицельчик. Поднимайся, я хочу, чтобы ты ее себе взял. Не знаю, мне Винчестер. Она выглядит просто классно. Я? Ты посмотри, какая девочка. Это все мне?
Ой, блин, Да, так. ты посмотри, вроде. Сейчас я сначала выложу винчестер, возможно, тебе понадобится. Давай. Потому что если я это буду брать, Да то нет. мало ли чего. Так, он не хочет выкидывать. Ладно, так, берем. Да, неплохо. Так. Одна обойма. Но это, блин, Ну-ка, о, чувак, это супер. Так, ну Настоящий спецназ. теперь мне нужно выкинуть. Блин, что мне еще нужно выкинуть-то? Так, что у меня в сумке есть? Магазин для MP5, кстати говоря, пусть остается, наверное. Так, патроны. Ну пусть, я не знаю. Короче, ладно, все, выходим отсюда. Нехило так мы нашли нычку. Ладно, мне на самом деле больше пригодится. Обычно я лезу к чертям на рога, ты меня прикрываешь, так что мне оно еще больше понадобится. Так, как мне переключать режим стрельбы на ней? Потому что я не хочу сразу весь рожок выпускать. Так, мне нужно сначала взять это, Блин, теперь выглядишь ты, конечно, взять это. вообще шикарно. Так, одиночными. Блин, как сейчас я посмотрю в опциях, как переключать режим стрельбы у нее. Давай. Управление, так, управление пехотой, смена оружия, это не то. Поднять, опустить оружие, право Ctrl плюс R. А что такое? А, поднять, опустить. Так, оптика, осмотр, свободный осмотр. Блин, где оно? Свет включить, выключить. Оружие. Блин, да ёлы-палы. Охренеть. Блин, тут столько всяких кнопок. И то, что мне нужно, я не нашел. Где, блин, сменить режим стрельбы? Так. Так, настройки управления. Управление пехотой. Давай, блин, давай быстрее. Поднять, опустить, поднять, захват, приближение. Смена оружия, сменить оружие. Что-то нет тут А такого? может быть, предыдущая роль, следующая роль? Нет. Y? Нет. Не то. Ладно, пофигу, потом разберусь. Потому что у меня все равно сейчас одиночные стоят. Так что не страшно. Блин, ну теперь нам не так Ну, окей. страшны эти ПВП всякие, потому что я натурально Бандит. с пару-тройки выстрелов их снесу. А вот на зомби я бы не хотел ее совсем тратить. Так, это у нас. Поэтому у меня есть 8 обоим в нашем Это у распоряжении. нас Погоревка. В Погоревке у нас есть церковь. В Погоревке, наверное. Тихо-тихо. Сзади стреляет. Сзади стреляет. Тихо. В кусты и ложись. Очень близко стреляли. Я дальше в кусты пробегу. Ты со мной? Я тут лежу, пока тебя прикрываю. Ты что, Так, я пасешь? лег. Блин, вид-то от первого лица. Да, А? с видом от первого лица хреново. Так, я бегу к тебе. Или я ползу к тебе. Давай. Ты ползешь. Я бегу к тебе. Так, это начинаю. Слева Опять стреляют. выстрелы. Теперь уже со стороны Погоревки. Да. А теперь оттуда прямо стреляют. А, куда мы Пошли смотрели? нахрен отсюда. Так, давай, отходи, я тебя пока прикрываю. Вон к тому дереву. Давай, пошел. Ой, нахрен такие приколы. Я так-то в эту деревеньку не очень хотел. Давай, беги. Да, на лес посмотрели. Кто-то может сказать, что мы зря, может, испугались или еще что-то типа того, Не-не-не, но, все блин, вот нормально. Вот. сейчас вообще Пофигу, кто что говорит. нет смысла, по-моему, У меня 71 убийство. с кем-то. В принципе, я потому и живу так долго и так много убил всех, что мы очень осторожны.
А если умирать каждую серию, то это вам же быстро и надоест. Давай. Так. Иди скажешь, куда нам бежать. Сейчас, блин, из леса могут нас снять. Блин, тут открытое пространство, хрен знает, куда бежать. Видишь, вот это вот дерево стоит в сторону домика, который такой большой, там несколько деревьев. Но. Побежали к нему, от него перебежим к тому Да. лесу. То есть вот так вот наискосок Бежит такой, да? перенесем, да. Давай беги, пока я посмотрю в лес лучше. Достаточно большое такое расстояние. Вроде бы они там где-то вдалеке были. Я с двух сторон выстрелил, прям слышал, если деревья. меня наушники не подводят. Одна серия выстрелов из пистолета была из Погоревки со стороны. Вторая серия была... Так, пошел. Вторая была со стороны Бегу. леса. Блин, ну прицел, конечно, на Ну, этом. прям одна серия атмосфернее другой. Да вообще пипец просто какой-то. Так, ладно. Теперь мы перебегаем. Там у нас, я не думаю, что будет умно идти прямо к этому домику, потому что там зомби Там ходят. зомби. А вот это вот дерево, видишь, прямо такой же Давай вам. рыжий. Да, такой же рыжий к нему рванем. Так, я первый пойду. Давай я крою. Ага. Так, вроде спокойно. Фу. Блин, я вот сейчас сижу и даже не хочу дышать так громко. Так, я дошел. Настолько. Пошел. Настолько атмосферно. И потом он в тот густой лес, да? Да. Скроемся в лесу, короче говоря. Сзади нас. Фух. Осталось найти тебе СВД, и будет у нас полный шоколад. Так. А в прицел можешь посмотреть, что за населенный пункт? Да я и так тебе могу сказать, у меня же GPS есть. Ой, GPS. Так, ну... Давай, GPS. А Wi-Fi? Так, короче говоря, это у нас... От Погоревки мы идем вниз. Но это не населенный пункт, это просто как небольшой домик. Мы сейчас заходим в лес. Вообще, конечно, нам в этот лес не нужно, нам нужно вообще в другую сторону, но придется обойти. Короче, эта дорожка приведет нас к Пулково. Пулково, небольшая деревенька, тут есть фонтан. Пойдем туда, нет? О, давай, только смотри, как эти твари идут. Вижу, поэтому мы сейчас пойдем сначала. Вот это, видишь, там такая сосна здоровая. Да. Вот я туда пошел. Давай. Так, ну вроде все более-менее спокойно, вроде отошли мы от того опасного места. А так мы вообще в другую сторону от этого старого собора пришлось нам идти, потому что там что-то нездоровое творится. Да. Так, все, я дошел. А, это ты уже бежишь, да? Да-да-да. А я почти сразу побежал. Вот наша вышка. Кстати говоря. Да, отсюда ее лучше видно. Так, теперь бежим в лес. Тут я уже думаю, можно вдвоем бежать, тут уже не так опасно. Давай. Ой, блин, я чуть в трансформатор. Да я в него врезался. Чуть не делал. У меня что печально, у меня сейчас меня зомби заметят, то у меня. Одна обойма в винтовке, одна обойма в этом в пистолете. И та... Макарыч. Макарыч. Кстати, а где у меня Макарыч? Макарыч у меня... А, ты что, его потерял? Нет? Так. Я его не потерял, я его заменил на кучу ништяков. Вот этот GPS, фонарик, когда пошел на военную базу. Ага. Потому что у меня в нем все равно одна обойма. И у тебя его больше нет? Да. У меня есть пистолет Макарова, но если надо будет, могу дать. Ну, и одна обойма на него, правда. Это на крайняк. Всего лишь одна. Меня радует моя сумка. Она такая большая. Я думаю, нас рано или поздно да, убьют, кстати, и будет ты ее печально нашел. Это все терять. Я ее нашел в Каменке.
той нычке, в которой я ее находил. Да. Я там отреспаунился около нее. Если кто только начинает, можете принять информацию, там у меня в самой первой серии, которая серия 0, по-моему, называется, будет видно, где я взял этот рюкзак. Так, ты куда-то исчез. Я чуть-чуть на опушку вышел. Ты бежал, у меня и растворился прямо перед глазами. Ну, опять, наверное, с лагами проблема. Короче, выходи на опушку и словимся. А, вон я тебя вижу, вроде как. Или нет? Да, я тебя вижу, вот. Я слева тебя. А, вот. Окей. Так. Блин, в предыдущей серии офигенный вертолет нашли. Как я с него полупил. Меня, блин, чуть инвалидом не сделал. Я уже думал, все, капец. Кирпично было. Так, давай-ка, блин, может, кустиком вон к тем выбежим, да, посмотрим. Так, мы находимся сейчас, кстати говоря, у меня опять GPS выключился. Мы сейчас находимся где-то, мы уже, по-моему, прошли даже его. Так, Пулково у нас находится в квадрате 49-97. Мы находимся в квадрате 46-99. Ой, блин. Так. Не читай чат. Не-не-не, не буду. Так, давайте-ка вот сюда выбежим. Посмотрим. Надо бы водички набрать, а то уже. Ой, вообще, конечно, лучше найти какое-нибудь горное озеро и там наполнить. Но, блин, уже плавали, что-то неохота. А у тебя они не отображаются на карте? Отображаются, кстати. Вроде как. Давай лучше к деревьям подойдем, и ты начнешь смотреть. Побезопаснее так будет. Давай, да. Здесь просто такая местность, что мы с ней сливаемся. Можно смело тусовать. Так, а вот у нас Пулково. В Пулково забей, хоть попой жуй. Да. Пулково... Колонку видишь где-нибудь? Не вижу ни колонки пока что. Она в центре должна быть. И не вижу машины. То есть ничего такого, что хотелось бы нам здесь вроде как не видать. А он там не квадроцикл. Вон машина какая-то стоит. Не квадроцикл там стоит? Вроде более-менее цела. Нет, вроде нет. Какой-то непонятный кусок металла. Так. Справа здание, потом еще здание. Кого, чего, вообще куда идем? Ладно, мы знаем, куда мы идем, просто у нас временные трудности были. Так, короче говоря. Там домик справа от нас наверху. Бесполезно. Бесполезно, вокруг него могут зомби спавниться. Так, там у нас что такое? Типа амбар, что ли, какого-то? Хрен поймешь. Так, ладно, короче говоря, куда нам нужно идти, вектор движения? Мы сейчас находимся между Пулковым и Погоревкой, где-то вот в этом квадрате. Старый собор очень близко от нас, и новый собор тоже. Они находятся в квадрате... Так, старый собор находится в квадрате 61-78. Мы находимся в квадрате 99-48. То есть нам сейчас нужно... вот так вот как-то идти. Так, ты за мной? У меня, блин, рюкзак весь вид перекрывает. Да? Да, я вижу твою винтовку. Only English in chat, please. Discrimination. Yes, of course.
Как в этом, в GTA 4, там уже был такой магазин, где русские шмотки продавали в самом начале. Там такая продавщица была. Ох, Ага. ес, гуд! Ох, ес, Совковая такая. такая. Такая с акцентом. Are you wanna buy this Ага. thing or not? Ага. Так, нам сейчас нужно, короче, пересечь вот эту вот низину и пройти к тому лесу. И там за лесом уже где-то будет то, что нам нужно. А там у нас какая-то очередная метеовышка, что ли? Ой, не знаю. Куда ты бежишь? Самое печальное, что тут кругом вообще какие-то домики, около каждого домика тусует кто-нибудь. Так, там у нас что такое? Там у нас заправка. Да, поближе подойдем. Не в упор, конечно. Но Ну, посмотреть вроде можно. зомби я не вижу пока что. Ну, сейчас подойдем, появится, но, возможно, там есть Плюс там колонка. машинки-то есть. Да, машина нам бы не помешала. Ой, я опять времени засек, так что не знаю, короче, сколько мы уже играем. Ой, там куча зомби. Да не так уж что прям. Ну, минут 20, наверное. Не так уж что прям. Да, да, Где-то, ну, да, куча, 20-25. куча. А, ну, бензин нам не особо нужен, а в этих домах никогда ничего особого не бывает. Там единственное, жатву можно найти, но жатвы у нас полно. Поэтому мы как-то сейчас слева или справа обойдем этот дом? Справа обойдем. Справа долго, блин. Справа вон к метеовышке пошли. Ну пойдем, посмотрим, что там есть. Там какой-то типа остановки, что ли, какая-то. Ой, не знаю. Здесь многие вещи не то, чем кажутся. Так, тихо, подожди. Тут, похоже, Что? машины целые. Ну вот я говорю, вот это там еще похоже рядом стояло. Так, я чуть-чуть поближе поползу. Сейчас кого-то забанит, похоже. Чуть поближе поползу, посмотреть, Да. целая ли она. Нет, по-моему, она не Ну целая. нет, у нее уже, я вижу, колеса нет. Да, колеса нет. Так что ладно. Продолжаем путь к вышке. Да, у меня скоро персонаж пить захочет. Ну ладно. Когда хочет, попьет. Так, блин, эта вышка в хреновом месте находится. То есть, если сейчас там рядом с ней зомби, то мы увидим, только уже вплотную к ней подойдет. На пригорке. Зато с ней обзор хорош. Не, на нее подниматься-то я не думаю, что. Ну, чисто вот подняться можно, но не до конца, посмотреть, есть ли на ней что. Да. Но я отсюда вижу, что на ней ничего нет. Я такую же вышку около Черногорска находил. Помнишь, я тебе рассказывал? Ага. Вот точно такая же. Тоже контейнер рядом стоит. Это похоже, какое-то оборудование, что ли. Че, может это? В электро рванем. Нам там пишут хорошее оружие. Километров 50, наверное, думаю, будет идти, но пофигу, давай рванем. Была не была. Раз уж пишут, что там хорошее оружие. Плохого не Что же мы будем посоветуют. сидеть? Ну да. Так, мы находимся. Блин, еще довольно дофига идти. Так, нам нужен квадрат 61,75. Мы в квадрате 51,100. Офигеешь, короче. 61. Куда-то вон туда нужно идти. За мной? Давай. Там справа внизу куча гор на спуске. Да город-то ладно. Слева показывают три точки вдалеке. Это, наверное, зомби. Вообще идем в правильную сторону. Да. Блин, как хорошо, что. Бесполезно вот это здание. Самое главное, что GPS нашли, не просто карту. С картой там как-то еще нужно понимать, где ты находишься, а тут у тебя есть широта, долгота, сразу показывается, и все секторы показывают, где что. Примерно направление хотя бы можно определять, потому что я с ним в первый раз работаю, а потом уже, я не знаю, там, серии через 20, наверное, я буду по нему до миллиметра определяться. Так. Ну да.
Короче, вот в эту сторону идем, идем. Сейчас-то мы идем к собору, да? Да, к старому собору. Дождь пошел. Ну, это нам на руку, особенно с моей пушкой. Да, это явно. Что-то мы как-то беспечно бежим. Опять расслабились. Сейчас тут кто-нибудь попадется нам. Ну я все время налево-направо камеру кручу. Ну я тоже, но это уже беспечно называется. Потому что последний раз, когда мы так бегали, нас в итоге чуть не убили. Так, что-то мы слишком как-то повернули. Ты видишь? Да, сегодня я с Усанем. Сегодня GPS с Усанем. Сейчас раз и батарейки сядут. И приедем. Будешь вспоминать, в каком мы квадрате сидим. Ну, я так примерно направление помню. И все. Ну, пишите вы на английском хотя бы, люди. Так, да это бесполезно. Бесполезно. Так. Блин, а красиво отсюда. Опа! Я хочу туда. Куда ты хочешь? По-моему, дьявольский замок. Вон, посмотри, вперед. А мы там были, по-моему, нет? Видал? Вижу. Нет, мы были в другом, который вот так вот не открыт. И вот это, по-моему, дьявольский замок, который самый здоровый, самый интересный в игре. И там куча всего вкусного. Ну, пока к старому собору идем. А то ты сейчас уже начнешь. Тут какой-то... Ой, понимать бы, где именно это. Какой-то поп Иван. Есть. Так, мы в каком месте? Мы находимся... У нас 56-96. То есть мы находимся вот 56. Блин, а мы... Достаточно близко уже подобрались. Не, далеко еще. Так, и отсюда, если смотреть... у нас, блин, где он находится, вот это что ли? Да, вот он, не написано название, но тут, короче, комплекс из трех зданий, в центре одно, в которое можно зайти. Сходим туда? Давай. Далеко идти? По дороге мы пересечем... Чувак какой-то пишет, что он нашел и подобрал машину. Везет же, блин, людям, да? По дороге мы пересечем дорогу, в этом месте нужно быть поосторожнее, но в целом дорога безопасная, через лес полностью будет. А оттуда уже можно напрямки к старому собору будет пойти. А что тебе в этом замке нужно? А, через дорогу, которая будет за дорогой, после дороги. Замок, да, вот что-то говорили, что на большинстве серверов там бандиты обитают, то есть у них там, ну, это гигантский вообще какой-то замок. Самый крутой в игре, насколько мне описывали. Я сам ни в глаза не видел, не знаю, что там, но думаю, что если уж он так крут. Ты опять у меня исчез прям, передо мной прям исчез. Я тебя вижу, я справа от тебя. Где ты? Левее. 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 Вот. Нет, теперь правее. Стой на месте. А, все вижу. Все, вижу. Да, мы реально здесь сливаемся. Да. Еще бы вот этих точек не было. То есть, если кого-то видишь поблизости. Или эти точки, да. Это как враги. Потому что вот тебя я не вижу. В форме да, точки. Да, тебя тоже. Ну, мы, видимо, это раз. Хардкор, людей здесь, видимо, не показывают точками. Лучше бы вообще не показывать. Потому или что... то, что мы дружественные. Это нафиг не нужно. Еще здесь, если на карте кто-то ставит метки, то все, кто играет на сервере, видят. Это тоже надо патчами поправить. Потому что здесь на карте можно метки же ставить. Но так как все в одной команде считается, потому что эта модификация еще не доведенная. Угу. Такие, в общем, дела. Так, дорога. Дорога вроде лесная, на ней ни хрена не может быть.
Но все равно надо быть осторожными. Справа, вон там какой-то дом. Ох ты. И прыгун вдалеке. Сам дом. Нам еще раз предлагают в электро забегать. Все-таки я думаю, зачем нам какой-то, блин, старый собор с новым собором? Зачем нам дьявольская крепость? Давай рванем в электро. Люди так просят, чтобы мы рванули в электро. Я вообще не понимаю, за патронами и оружием. Какой прикол около этой береговой полосы тусовать? Что там такого интересного народ нашел? Там единственное... Самый смак идти в самую... Единственное, по ПВПшице. Задницу мира. Да. Так, ну тут ничего нету. Короче говоря, это такой дом, в который зайти нельзя. Правда, рядом с ним туалет. Или нет, это не туалет. Нет, это вообще просто тупо дом стоящий. Да. А посмотри где-нибудь там какую-нибудь плотинку, я не знаю. Озерцо лесное. Сейчас посмотрим. Скоро персонажи захотят пить. Я пока прикрою. Поблизости вроде нет ничего. Не, вообще ничего такого нет. Ну ладно. Давай тогда двигаться к старому собору. Там-то по-любому есть колонка. Так, сейчас. Мы недалеко от Гуглова, кстати говоря. Ну, как недалеко? Далековато. Относительно недалеко. Ага. GPS, блин, вечный. Вообще батарейка, похоже, не садится. Будет печально, если окажется, что батарейка на него все-таки нужно искать. Ну нет, по-моему, это было бы уже глупо. То же самое, что и к фонарику здесь искать, если в батарейке. Ну да. При том, что сколько мы играем, еще ни одну не находили. Ну да. Так, это что там такое? Там что-то есть, я не пойму, что это такое. То ли это труп какой-то лежит, то ли это камень. Так, ну-ка давай-ка поосторожнее туда пробираться. Да, что-то... Вон там впереди, да? Это кабан. А, это кабан, да. Ну ладно. Это кабан. Ну вообще на подходах к этому месту, если ты говоришь, что она бандитская, то нужно быть поосторожнее. От ствола к стволу. А мы разве к крепости сейчас идем? Да, мы к крепости идем. Ты же к крепости она... хотел. По-моему, она справа осталась. Нет. Я сказал, что потом туда зайдем после города. Нет. Мы... Что-то чем туда попремся? Ты же к крепости хотел. Все, мы уже около крепости. Я уже вижу ее. Блин, проснулся. Ядрическая сила. Я думаю, мы идем, блин, сейчас пройдем через перевал, спустимся в город. Ну да. А мы, значит, задницами рискуем. Ну ладно. Ты же сказал, что там может быть что-то хорошее. Я спросил, нафига тебе это... Ну, там может быть что-то охрененное, но и... Я думал, мы пойдем это искать после города. Нормально такая команда, идут вдвоем вместе. Не знают куда. Не надо, я-то знаю, куда я иду. Так, блин... Но я чисто предлагал ведь. Не думал, что ты нас сюда поведешь. Что-то тут круто как-то становится. А ты решил засусаниться по полной. Угу. Так. Я думаю, как баг вверх вставить, то пишут. Кстати, интересно, как. По-моему, просто применять, наверное. Угу. Так, а сейчас может быть опасно. Он говорит, колесико покрути. Блин, на кой хрен? Не-не-не, теперь ты уже все. Теперь уже не отвертишься. Ну ладно, нормально, уже не отвертишься. Так, у нас прощу. Вход один будет справа, а один слева. А тут и так можно пробраться, похоже.
Еще бы ты у меня на GPS отображался, было бы вообще хорошо. Но я тебя вроде по наушникам слышал, что ты где-то. Запеленгуй меня. Запеленгуй меня полностью. Кстати, этот ясь же есть, который не пропал. Я сегодня передачу смотрел по телевизору, он там рыбацкую передачу ведет. Он рыбацкую и кулинарную какую-то передачу ведет. Готовит, там жарит мясо. Я думаю, ну нифига. Ой, 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 ой. Блин. Там куча всего хорошего. Это нормально, нет? Где там? Проходишь? В этой арке, да. Ну не куча, но там что-то есть. Какого хера они так резнулись? А ты как хотел. Вон они уходят же. Ой, там прыгун еще. Ну окей. Пока, друзья. Ой, прыгун сейчас уйдет. Прыг-скок, прыг-скок. Ну что, он осилит гору, нет? Они, наверное, за девчонками пошли. Пацаны, подождите меня. Видишь его ногу левую, нет? А, теперь-то она нормально. Она у него выше головы поднималась, левая нога. Из-за того, что... Так, тихо. Там еще, по-моему, кто-то. Может, он акробат? Здесь у нас... Здесь простой рюкзак лежит, мать ваша. Какого хера? Простой рюкзак. Извиняюсь, конечно. А тут внутри у нас лежат... Что в нем есть? Тут внутри у нас лежат хорошие вещи. Иди ко мне сюда, заходи. Есть еще один хороший рюкзак, как у меня такой же. Здесь пистолет лежит. Сюда заходи ко мне. Там 1911. И вот этот рюкзак, давай его оставь себе. Шикарно. О, магазин для меня, отлично. Хорошо. Так, вещи, значит, из своего рюкзака сейчас надо выложить все, да? Я не знаю, я просто сначала свой снял, этот надел, а потом просто с пола, то есть с того рюкзака переложил все. Я не могу точно сказать, как у меня это получилось. Короче, это все было довольно неочевидно. Так, я взял газировку. А я не могу почему-то взять его. Тут есть патроны для 45-го калибра твоего и патроны для ПМ. Мне ни то, ни то не нужно. А... Я не могу его никак поднять. Ну, у меня та же самая проблема была. Ты теперь крути колесиком. Там будет... Короче, сможешь. Немножко повозишься. Я тоже повозился, но сможешь. Ты понял? Блин, я чувствую себя как в том озере. Я себя также чувствовал в этом... В каменке. Снаряжение. Ну, нету здесь нифига. Рюкзака этого. Что за глюк-то, а? Там же типа вокруг пушки должен такой кружочек быть, да? У меня ничего не появлялось. Опа. Все? Я смог его открыть хотя бы. Ну вот, видишь. А, это твой я смог открыть. Ну или свой подбирай, смотри. Ну, по-моему, ты его в состоянии взять, просто нужно навестись по-нормальному. Но я не могу навестись. Так, ну смотри, короче говоря. Я уж с вами рисковать не буду, у меня там столько всякого хабара лежит. Я этот теперь вряд ли подниму. Да что ж с тобой такое? Не, ну ты явно должен один из них... Да какого хрена-то? Давай-давай, мучайся. Снаряжение. Всякую хрень, блин, можно поднять, а рюкзаки нет. Камера-то, блин, от первого лица. Знаешь, что сделай? Ты возьми всякую хрень, которую ты можешь поднять, перенеси ее в другое место и выложи. И чтобы у тебя чисто остались эти два рюкзака, возможно, из-за этого, то, что одно на другое накладывается. Ой. А ты можешь взять это переложить, потому что у меня инвентарь полный. Давай. Так, я сейчас тогда вот сюда вот в угол все сложу свое. Так, что мы тут? Допустим, сигнальные фаеры 2.
И морфий один. Вот так вот. Так, типич. Морфий. Банка. И пустая консервная банка. Но у тебя также не наводилось, потом ты как-то навелся и смог взять. Да. Так, теперь. Здесь пистолет Макарова нет. Магазин ПМ. Теперь надо пистолет Макарова перенести. Сейчас. По-моему, у нас уже где-то 40 минут должно быть. Может, серию закончим, и я между сериями тут поползаю. Давайте, да. Сейчас у нас рутина, по идее, осталась. Мы вот это вот все разберемся, и в следующей серии пойдем уже дальше от этого лагеря. Могу сказать, что эта серия была очень атмосферной, когда вы слышали выстрелы, было довольно страшновато. Да. Короче говоря, попрощайся тогда со своими подписчиками. И с моими тоже. Всем тоже. Пока, друзья. Да. Всего хорошего. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур и Джек Шепард. Пока.